Привет, ребята! Ну что, мы продолжаем играть в Roblox. Мы находимся сейчас на острове. И у нас какой-то здесь новый боец в черном. А, немножко денег у нас есть. Давайте посмотрим. Быстро ли мы убиваем наших врагов? 50 хп. Махом, смотри, нифига, они у меня прокачались. Очень быстро я их уничтожаю. Смотри. Они деньги забрали мои. Да ё-моё, они забрали мои деньги. Ладно. Ничего страшного. Давай. Этого сейчас победим. 21 тысяча. 21 тысяча у нас всего лишь. Йен? Ну, это в принципе много. Давай попробуем купим какого-нибудь персонажика. Попробуем. Открыть. Блин, не хватает. Не хватает чего-то. Ладно, давай попробуем. Одного откроем. И у нас... распространенный 4 уровень. Мне не нравится. Авто. Включаем. О, распространенный. У меня этот есть, кстати. Редкий. Первого уровня. Тоже распространенный. Блин, стоп, ладно. Эти у меня все есть персонажи. Так, смотри, кого мы пооткрывали. А его можно, интересно, продать? Можно. Только я не вижу, где у меня деньги капают. Ладно. Значит, сделаем. Урон. Мы пойдем, короче, в деревню ниндзя. И здесь помощнее, конечно же, в деревне ниндзя. Опа-на! Фига, смотри. Сумасшедший город. 50 тысяч йен стоит. У меня пока столько денег нету. Давайте попробуем вот этого, может, победить. 3500 хпшки. Офигеть! Как много. Так, у меня получается потихонечку растут уровни. Или как? Моих персонажей. Ладно, давайте попробуем быстренько его победить, этого врага. Посмотрим, сколько нам дадут денег. Ну, у нас сейчас 20 тысяч йен. Еще немножечко осталось. Блин, денег мало дали, 20 тысяч. А нам нужно 50 тысяч. 50 тысяч, нифига себе. Это что такое? Взаимодействовать. Finish your quest before getting a new own. Что это значит? Ладно, подтверждаем, нужно соглашаться, чтобы нам... Чем больше заданий мы берем, тем лучше. Так, это 1500, это 3600, это много. Вот это 1500, это не, в принципе, нормально. Да, пока сил у нас мало. Я думаю, конечно, что они уже прокачались нормально, но нифига. Так, итого 22 тысячи у нас. Ну, давай посмотрим, давай вот этого еще попробуем победить. Так, это блин, такой большой. Ну, я на 10 тысяч хпшки врагов уничтожал. Просто я отходил, делал чай. Кстати, вы тоже так можете делать. Поставить, пускай они... Значит, получается, дерутся. А ты в это время можешь чем-нибудь заняться другим каким-нибудь полезным... или не сильно полезным действием. Тут, кстати, можно спрыгнуть в воду. Типа они тонут, но потом они возрождаются. Так, 7,5 тысячи, 3... Ну давай, пока пусть они немножко дерутся, а я посмотрю город. Деревня ниндзя. Получается, такие домики. Вот 1500, смотри, слабенький. А мы на кого напали-то вообще? Алло, 3,6. О, он очень сильный.
Так, давай отступим от него. Этого сейчас попробуем атаковать. А к тебе мы вернемся. Интересно, у него хпшка будет восстанавливаться? Evil Ninja 2. Злой Ниндзя 2. А этого как имя? Evil Ninja 1. Вот, видимо, явно послабее. Так, Evil Ninja 2, Evil Ninja 1. А, ну понятно. Тут они по рангу. Первый, второй ранг. Так, забираем монетку. Блин, мало, конечно, денег, капец. 7... Гигант Evil Ninja 3. 75 тысяч хп. Ну, это огромный, конечно, мощный. Нам пока его тяжело будет победить. 36 тысяч. Слушай, а там же, может, что-то открылось в том городе. Сейчас я назад на остров вернусь. И у меня там, получается, какое-то здание было. И там какие-то порталы были, я помню. Сейчас я попробую туда вернуться. Идем на лодку, на этой лодке. И отплываем в Супер Исланд. Да, большой город. И здесь у нас, смотри, какой мощный, да, гигант Блю Форса. 500 хп. Это, конечно, тут все слабенькие. Давай сюда заходим. Испытание на время. И чё? Опять 8 минут? Блин, тут, короче, все закрыто. Только через 8 минут якобы откроется портал. Но это долго ждать. А тут что интересно? А тут ничего интересного нету. Аж 48 минут. Ладно, пойдем дальше. О, магазин. А, ну он все продает, короче, у него все за деньги. Настоящие. А, за доллары, да, я так понимаю? За доллары. Блин. Ничего страшного. А у нас йены. Японские йены. А, ну давай, Супер Исланд. Здесь у нас в списке самых мощных игроков. Dark Dreams. Офига себе. Ребята, может, у кого-нибудь тут знаете? Нет? Ладно. Давай попробуем вот этих помочить. Маленьких. Ну, маленькие, смотри, как быстро убиваются. Офигеть, с одного удара. Ну, и денег мало дают, конечно, за это. Практически неощутимые деньги. Но у меня тоже персонаж-то прокачанный. И я тоже могу их, конечно, уничтожать хорошо. 200 хп, но это тоже мало, конечно, слабенький. С одного удара не получается пока. 23 тысячи у меня пока. Йен. Потихонечку, понемножечку мы прокачиваем наш кошелек. Они быстро, посмотри, восстанавливаются, новые стоят. Мне бы моих героев вот этих дружбанов прокачать как-то. Но, видимо, они тяжело прокачиваются. Ладно. Давайте посмотрим какого-нибудь мощного монстра. Найдем. 1000. Слабый. Ну, давай пока его быстренько победим. Возьмем денежек. Вон, смотри, стоит на горе какой-то мощный. И вон такой же. Я не знаю, сколько у него тут хп. 10 тысяч. Это много. 10 тысяч. А у этого, может, поменьше? Сейчас. О, какой маленький, смотри. Офигеть. У него здоровье 3,5 тысячи хп. Офигеть. Я такое первый раз вижу. Чтоб такой маленький был. И такой сильный. Ладно, мы его обязательно сейчас победим. Посмотрим, сколько нам денег дадут за это. И надо будет нам, конечно, прокачиваться. Если вам нравится именно эта серия, то пишите в комментарии. Я буду проходить и прокачивать этих персонажей. Ага, давай этого мощного посмотрим, что он. Смотри, по ступенькам идет. 50 тысяч хп. Вот это самый мощный здесь на острове. Самый-самый мощный. Офигеть, какой он сильный.
Ребят, ну ладно, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.